Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Итак, мои хорошие, сейчас покажу вам, что я вчера понавытворяла. Как вы видите, появилась еще одна рулонная штора. Вот такая многослойность. Посмотрите, как преобразилась комната, как это красиво смотрится. Пригодилось покрывало, которое я пошила из барахла, которое мне оставили. Это были шторы. Вчера сделала еще чехол на кресло. Ну, как сделала, накинула на кресло компьютерная, и теперь это вот так вот смотрится. Как раз ткань — это антикоготь, потом поближе подойду и покажу вам, что это такое. Также поменял и немножко преобразился диван. В общем, давайте обо всем по порядку. Это моя очередная переделка. И пошив штор и покрывала из комплекта постельного белья, которое мне присылал на обзор интернет-магазин New Chic. Для тех, кто впервые на канале, у меня с этим интернет-магазином сотрудничество. И мне присылают товары на обзор, товары, которые я выбираю сама, а потом вам показываю и рассказываю, нравится это мне или не нравится. Очень редко бывает такое, что товары мне не нравятся. Может быть, мне везет, и я делаю правильный выбор. Ну вот, посмотрите, что получилось из этого комплекта белья. Сейчас показываю вам штору. Она на карнизе. Карниз я тоже сделала самостоятельно из тех карнизов, которые здесь были. Сейчас я вам его покажу. Вот эти карнизы, то есть состоящие из двух полосок. Я думаю, что они дешевые, недорогие. Вот круглую трубу я использовала для рулонных штор. А вот этот карниз, квадратный или прямоугольный, как назвать его, вот где сейчас вот эти крючочки навешены, я использовала уже для второй рулонной шторы, которая крепится к потолку. И еще этот карниз я использовала как короб для светильника. Давайте обо всем по порядку. Значит, я сняла этот карниз, и эти карнизы тоже будут сняты и переделаны. И из каждой из частей сделала что-то свое. Вот эту штангу я отпилила, на которой крепятся два карниза. Мне такая длина не нужна была. Укоротила и прикрепила вот эти шторы в спальне, которые на люверсах. Вот я говорю про вот эти шторы. Видите, здесь глубина карниза совсем другая. То есть только на крепление я просто укоротила эту штангу. Вот показываю отпиленную часть. Пилится легко ножовкой по металлу. Очень просто и легко. Ну, а теперь давайте подробнее расскажу вот об этой шторе. Вот вы видите здесь этот карниз. Вот он. Прикреплен он на саморезах. Там пазы, но они мне не нужны. Рулонная штора вот в этот карманчик. Вот видите? Мне не нужно, чтобы она здесь двигалась. Мне просто нужно, чтобы она мертво сидела. Вот. А как поменять? Да, очень просто. Открутить вот эти два самореза. Вытащить штору, постирать или поменять штору под другой цвет, под другое покрывало. Эта штора пошита из пододеяльника, я уже сказала. Одна часть была вот такого
розового цвета, а вторая часть серая. Сейчас серая часть пододеяльника служит покрывалом на диван. Я пришила к ней опять же вот эти бубенчики, которые я покупала на Wildberries. 10 метров, по-моему, в этот раз 274 рубля отдавал. Вот. И то, что осталось от шторы. Вот, посмотрите, как на скорую руку, без пошива. Ткань мягкая, легко драпируется. Я закрыла боковушки этого дивана, который, ну, совсем не нравился по цвету. И получился вот такой интересный, красивый диванчик, который сейчас радует наш глаз. Теперь очень удобно пользоваться, когда светит солнце. Можно менять свет, то есть его тон. Можно опустить сразу две шторы, и будет уже затемненное помещение. Можно пользоваться одной шторой, тоже очень красиво. Ну, как вы поняли, штора шьется очень легко. Я вставлю ролик, где еще я это делала. Посмотрите, как это легко пошить. Шьем карман для карниза вот этого или для штанги. Или можно пришить это на липучку, с той стороны пришить липучку и липучку приклеить к окну, прям к окну. И тогда это будет, ну, просто вот легко сниматься. Но я заказала липучку Wildberries, и что-то она так долго шла, а мне все хотелось побыстрее сделать штору. Вот пришла идея из подручного материала, который был дома, сделать вот такую красоту. Ну, не правда ли? Очень модно, красиво смотрится. Что мы здесь делаем? Мы просто отвязываем вот эти бантики, и наша штора опускается. Внутри там у меня все та же труба от карниза, но можно положить что-то другое. Допустим, бамбуковую палочку. Вот во втором окне у меня бамбуковая палочка. Ну, сейчас она опустилась не до конца. Конечно, нужно убрать корзинку. Но вот так это красиво смотрится. Создается вот такой тон заката. Посмотрите, как играет тюль в этом свете. В общем, красота красивая. А во второй шторе у меня там просто внутри вот здесь бамбуковая палочка. Но здесь не видно. Она, конечно, не по всей длине. Но это для того, чтобы вам была жесткость, чтобы вы могли эту штору потом смотать и сделать на нужную, поднять на нужную вам длину. В общем, друзья, я очень довольна. Конечно, вот эти аляпистые обои, вот этот вот некрасивый аляпистый линолеум. А вы представьте, когда здесь будут однотонные обои, красивый пол под дерево, красивое изголовье. В общем, это, я думаю, что это будет просто шик. Ну, а эту штору, вот как раз сейчас солнышко встает, эту штору тоже можно опустить. Сейчас вот я опущу. И посмотрите, как уже намного затемнило пространство комнаты. Вот так вот можно играть с многослойностью штор и менять освещение в вашей комнате. Ну, а теперь давайте перейдем все к тому же карнизу. Вот он, этот карниз. И посмотрите, как сейчас выглядит вот подсветка из светофора за 135 рублей. Кстати, я еще себе купила 5 штук. Прям очень мне нравится. А значит, а что здесь? Здесь вот эта штучка, ее можно отодвинуть, так я и сделала. И в этот короб, теперь уже это короб, наш карниз служит коробом, поместила вот эту лампу. И потом таким же способом одела заглушку. Здесь это все сделано на скорую руку, и естественно,
Я не могу вот так вот прикрепить, потому что свет мне нужен, чтобы падал вниз и не слепило глаза. Поэтому я вот на скорую руку джутовой веревкой или ниткой, или шпагатом сделала вот такие крепления и прикрепила саморезом. Для чего? Чтобы я могла менять направление. То есть я уже теперь даже могу заняться каким-то рукоделием. Видите, свет, я могу этим коробом менять направление. То есть вот так вот, когда я сижу головой к стене, и мне не падает этот яркий свет в глаза, я могу себе сделать поярче. Если я хочу свет поменять направление, я вот так вот сделала этот короб, повернула, и свет уже падает непосредственно вниз. Таким же способом я все сделаю и для подсветки на кухне. Во-первых, очень красиво смотрится сама лампа. Как-то приняла она совершенно другие очертания, скажем так, более презентабельные. И также я это буду использовать на полке. То есть здесь в изголовье планирую прикрепить бра. А над бра будет полка. Полка, на которую, может быть, ну, какие-то цветы, может быть, поставлены искусственные. Или какие-то картинки в рамочках, может быть, фотографии. Да, много чего можно украсить полку изголовья кровати. И вот на эту полку я прикреплю вот эту подсветку вот в этом коробе. Представляете, друзья, вот так, из ничего, то, что было дома, то, что я, в принципе, думала, что я выброшу, мне никак не нравились эти карнизы для штор. И кто бы мог подумать, что придет вот такая идея, ну, это просто две замечательные идеи, которые я использовала и для освещения лампы, и для штор на окне. Причем, представляете, вот этот карниз, само собой так получилось, что я его распилила на две части, 84 сантиметра пошло на штору, а остаток вот как будто влитой, как будто специально было так вот все подобрано, это вот остаточек для вот этой лампы. Смотрите, как красиво сейчас смотрится вот эта временная комната, но даже сейчас, поверьте, она радует глаз. В общем, друзья, я желаю вам вдохновения, я желаю вам не отчаиваться, если не хватает средств, и вы переживаете, а как быть, а где возьму деньги, на что я все это куплю. Вы знаете, все можно сделать достаточно дешево, если немножко включить фантазию. Сейчас на YouTube столько разных роликов, которые рассказывают, как из ничего. Люди даже из мусора, поверьте, из мусора, из банок на помойках собирают и мебель реставрируют, и делают какие-то вещи, какие-то поделки. И это очень здорово смотрится. Даже вот есть такое выражение, вы мне там писали, «Голь на выдумке хитра». Да, я не считаю, что я богатый человек, я не считаю, что я уж совсем там переживаю какую-то бедность, нет. Мне просто очень нравится создавать вещи именно своими руками. Вот я от этого получаю, ну, правда, это кайф, это настоящий кайф, когда приходит идея, ты ее воплощаешь, и это все здорово смотрится. А вот это, кстати, остались от этого комплекта наволочки. Вот так вот они выглядят. И они очень подходят сейчас под эту, ну, под весь вот этот образ спальни. Ой, мне очень нравится. Очень. Так, ну а теперь давайте покажу вам вот это. Этот наскоро придуманный, опять же, придуманный чехол. Это было кресло,
которое я давным-давно покупала, кресло-кровать. Но сейчас мне некуда это ставить. Оно, конечно, здесь есть, но я, может быть, что-то на улице потом придумаю. Есть на него поролон, ну, в общем, оно готовое к употреблению, так скажем, да. Но вот это с него чехол. И когда я заказывала, это, по-моему, 2005 год был, и у меня уже тогда была британская кошечка, которая очень любила драть диван. Один диван мы прям выбросили, мы не смогли с этим бороться. И тогда, когда я заказывала новую мебель, я заказывала материал антикоготь. Я не знаю, как они вот так вот делают, из чего он состоит, но это похоже на хлопок. Очень такое, ну, тактильно приятная, гладкая ткань. И вы знаете, кошки его не дерут. Вот уже после той кошечки было много, и Кузьма жил какое-то время на Варшавке, пока я не переехала к Лешику. Потом там у сына мы спасали котят, вы помните всю эту историю. Пристраивали. Вот. И они этот материал почему-то не трогают. Я не знаю почему. Так что вот те, кто не знает о таком новшестве, что сейчас технологии уж настолько далеко зашли, что вот есть такие материалы антикоготь. Присмотритесь, у кого кошечки, и можно прям, когда вы заказываете мебель, конечно же, это касается в основном больших городов, потому что в провинции, вот мы когда с Аней смотрели диваны, там даже, ну, как-то так не подали вида, что они не знают про этот материал. Но я поняла, что они даже не в курсе, что есть такой материал. Ну, вот есть какие-то зацепочки, видите? Вот совсем чуть-чуть. Ну, извините, этому чехлу, этому креслу уже много-много лет. Сейчас покажу, как оно смотрится. Сзади я просто иголкой вот так вот все это собрала, сшила. Здесь вот завязка, но я, наверное, вот так вот еще здесь прихвачу. По мне так вполне прилично вид сзади. Вот сделаем комнаты, и я обрадовалась, что мне не нужно будет покупать новый стул. Да и мудрить с этим теперь уже не придется. Но согласитесь, вполне себе презентабельный вид у компьютерного кресла. Ну вот, дорогие друзья, поделилась я с вами новостями. Сегодня приезжает Лешек. Нужно сходить в магазин, что-то приготовить вкусненькое. И 4 дня будем заниматься ремонтом. Конечно же, буду что-то показывать. Может быть, видео будут не каждый день. Ну, потому что хочется сделать побольше. Конечно же, потом все покажу, что у нас получилось, как продвигаются дела. Вот. А сейчас вставлю кусочек, чтобы вам было понятнее, как шьется эта штора, как ее создать. Поверьте, все очень-очень просто. Ну, как же красиво это смотрится. Просто бесподобно. Можно вот так вот закрыть. Смотрите, как это смотрится с тюлью. В общем, класс. Кузьма, теперь негде кресло драть, да? Теперь будешь драть матрас мне. Все, мои хорошие, смотрите ролик дальше, а на этой ноте я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилась идея. Если не сложно, поставьте пальчик вверх, вас не затруднит, а мне будет приятно. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока! Итак, друзья, пока не прицепила эту штору в нужное место, сейчас показываю вам, как это выглядит. Пошить штору, я думаю, что не составит труда. Все, что вам нужно, либо купить атласную ленту, либо пошить вот такие завязки. Вот вам показываю, как выглядит эта штора. То есть, с одной стороны завязки. И чтобы место, чтобы вставить вот этот карниз, я здесь уже накернила
чтобы это прикрутить к потолку в окне, в нише окна. Сейчас то же самое сделаю вот здесь, на кончике, накерню саморез и потом просто вот так вот прикреплю штору в нишу окна. Я думаю, что это понятно. Внизу тоже нужно сделать карманчик для того, чтобы вставить какой-то рулик. У меня та же самая труба будет от карниза. Вот здесь пришлось доточить. Не хватило мне длины в простыне. Вот. Пришлось доточить вот таким вот образом, чтобы сэкономить длину шторы. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас накерню сюда еще один саморез и буду прикручивать этот карниз уже со шторой в нишу окна к потолку. Точно так же, чтобы постирать штору, выкручиваем два саморезика, снимаем штору и стираем. То же самое делаем, когда нам надоело. Это розовая штора, шьем что-то другое, под другое, допустим, покрывало на кровати, и таким же способом меняем.